Что нажать-то, блин? Кто? Честер. Нет, был такой звук, как будто кто-то пришел в нашу обитель. Честер Эйбом. Ой. А, вон что. Дерф решил снизойти до нас в своей финалке крутой. Я в нее даже еще не залезал, чтобы снисходить-то с нее. Вот. Тогда у нас есть вариант поиграть какую-нибудь стимовскую игру на троих. В тот же самый, как там, как он, стрелялка-леталка-то на мотоциклах каких-то. Ган, нет, не помню. Джеймстаун. Да. Оу! А, чпоинг-то где? Я нас перепутал. Я уже сказал чпоинг, не волнуйся. Все пропустил. Ну, правда, не для стрима это было. Ну и что, мне Steam запускать, получается, надо? Кошмар. Придется снизойти, Габен. В принципе, ты можешь не запускать, мы пока поиграем в этот... В рыцаря. Да. Компьютер мой слишком слаб, чтобы крутые игры запускать на двоих. Но старенький. Или нужно туда еще идти? Нет, там уж собрано. Барахло наше забрать. Да. Ладно, все собрано. Вот, Дерф, можешь сейчас найти у себя в библиотеке какую-нибудь игру на троих? Сам уже сказал, Джеймстаун. Ну, блин, вот давай, что Steam тебе не нравится в моем временном пароле? По попе, потому что пароли. Крупнее писали эти буквы, блин, хрен там разберешь на экране телефона. Это в Steam через телефон? Надо понял. Чёртова библиотека. Так. Хорошая библиотека. Но она ничуть не дольше грузится, чем обычно. Хардкод, а при чем здесь скорость-то? Ну и... Там сказали, что Джеймстаун обновили и исправили баг, из-за которого там черно-белые пульки были. Сейчас попробуем убрать Legacy-версию. Обновление. Так. А мы, наверное, заново проходить надо. Зачем? Раз она другая. Такая же. Сюда? Ну, по идее, да. Господи, тут теперь есть Legacy 1.02, 1.03. Лучше там оставайся. Погоди, чекпоинт там был. А, ну... Сейчас все сейвы мои сотрёт. Я еще не заметил, что там нельзя выйти. Еще выпустят скоро Джеймстаун плюс. Ага. То же самое, но еще с баги справят. А вблизи когтем бьет. Фига, ну, палочка поджигала. Быстро скачалась. Всего лишь 7-9 мегабайт разница. Так, Джеймстаун. Ой, два раза аж. Били. Этот огненный шар, по-моему, самый дешевый. Настройки ввода Steam для отдельных игр. Это что за хрень? Глобальные настройки ввода в скобочках нет. Вот сюда тоже залезть можно с помощью. Принудительно вкл, принудительно выкл. Что это такое? Overlay VRM. Сейчас, погоди, раскопаю сначала. Чепа, что такое Overlay VRM? Ну, это вот Shift-Tab, который. А почему он VRM? Валивая, что-то там, ремонт плей, ремонт мод, ремонты моды. Не знаю, что за... Удаленное управление Volvo. Использовать свои общие настройки или настройки разработчика. Блин, вот это отхождение назад после атаки напрягает немного. Да, немножко стал. Правильно, что игра такая напрягающая. Хорошая игра, отличная игра, практически шедевр. Практически. А Вамп его не оценил, как он мог. Я ожидал здесь дорогу, что здесь будет путь. Чан, а ты оценил? Кого? Шедевр этот. Шедевр? Лопатный. Ну такой. Хороший. Был бы на Донде бы поиграл. Сейчас выглядит архаично. Ни хрена подобного, она крутая. Вот и Death Stranding, вот это настоящий шедевр. Тот. Да уж. И ты в него прямо играл уже. Death Stranding? Да. На Ютубе, видимо, да? Но он у меня куплен. Ты псих вообще. Я его купил, это, по предзаказу, я бы сказал. Вот я смотрю на этот дурацкий интерфейс. Тут есть кнопочка с шестеренкой, написано управление. И что если будет, если я на нее нажму? Настроишь управление. Как я могу настроить управление, не заходя в игру? Может, заранее.
Нажал. Да. Добавить в избранное. Это вообще не управление, это, блин... Кто так переводил? Не напрягайся. Это настройки, ну, типа, свойства даже скорее. Добавить куда? Больше информации. Я опять с тобой играю. Пипец, больше информации. Вот нахрена мне эта информация здесь? Полная поддержка контроллера. Добавить в избранное. Какое избранное? У меня нет никого избранного тут. Это будет отдельная категория. Дерфас, ты не понимаешь. Не ты хочу. Избранный. Вот где ачивки уши играть. Мне покажите? Вот ачивок я не вижу. Где-то сбоку там они. Ну вот именно же где-то сбоку. Дополнительный контент тоже где-то сбоку. Все, что нужно, все сбоку где-то. Да, ачивки вообще бесполезные. И какие-то квадраты пустые, которые не грузятся. А тебе еще надо, чтобы они крутились? Контент сообщества. Вот и че, все пустое. Нахрена он нужен тут пол этого, пол экрана занимает. Ну я пошел. А, я не могу без тебя пройти. А, ну вон, дай книжку-то. Чертов Steam. Чтоб тебя. А вон что-то выкопать можно. Так, запустить. Играть. Последний запуск 27 января. А, нет, это с той стороны. Ты что, мы сейчас с тобой год назад, что ли, в него играли? Не может быть. Ах ты ж, меня умертвило. Death Stranding. Ты можешь там на А подержать, он появится. Точно. Мое добро! Вот эта рыба появляется, и можно выжрать новый хор. Выжрать рыбу. А, только одного лечит. Надо было тебе жрать. Ну ладно. Ай. А ты не пойдешь? Сейчас я. И хор устанавливаю. Рыба дает случайный хор. А у короля можно любую выбрать. Ушли. И лежи, пока она это обновит свое состояние. Она перезаряжает с каждым ударом. А, здорово. Ну то, что мы друг другу мешаем, это плохо. Так, что, блин, тут с мышкой не то. Три. Я вот ждал от новой библиотеки, что там будет возможность вторую под категорию сортировки делать. Я не сделаю ни хрена. Теперь я жду GOG 2.0. Все понятно, зачем они обновляли Джеймстаун, чтобы добавить туда кнопочку Wishlist Джеймстаун Плюс. Сволочи. Нет, чтобы, блин, обновить как бы в эту версию. Вот нахрена делать отдельную игру, и чтобы все ачивки там заново получать? Ну да. Ненавижу это. Там вторая часть отдельная, как отдельный патч, здесь тоже. Вот уж проблема, блин, гетеросексуальных людей. Не то, что мы. Full screen, Pixel Perfect. Чуть не какой-то отдельный странный. Мы его женщину сделали. Вроде там все по умолчанию был мужик, он что-то. Так, старт у гейму. Главное, как король рыцарь, но при этом он мужик. Ой! И при этом он тетка. А, у нас есть магия. Мы можем магию фигачить. Сейчас крысы полетят вроде как. Ай, я удочку фигачу. Ой, я даже, да, я попал каким-то образом. Манна-то кончилась. А, ты помнишь? А, нет, меня да, заморозило. Да, по земле бьет. Ну, как он меня перепрыгнул. И я умер. Держать в К, блин, вообще. А, пробел надо, да? Теперь осталось нам выжить. Блин, у меня еще дофига. Ой, че это? Это конфетти я бьет, блин? А, да. Ну да. Кто ж знал. Такое жесткое конфетти. Оно режет, как это, как в Ларе фотографии. Зато нам сундучки спустили. А нам ману установили. Ау! Так, что-то я не понял. Почему первого игрока сделали синего цвета? Что за хрень? Блин, я в тебя попал. Не надо в меня попадать. А конфетти вроде можешь шибать.
когда за короля рыцарь будет сюжет, там в этом боссе будет король старый, он там в доспехе космодесантника будет одеваться. Ты попробуй еще попади в это конфетти. Ну нет, проще уклоняться. Там узон-то какой. Ну такой себе типичный донди. В Джеймстауне музон получше. Наверняка. Ему один удар. Как будто рот там какой-то был. Ты, Дэрв, говорил, ты сегодня компьютер обновил, у тебя теперь новый какой? Нет. Когда я тебе это говорил? Наверное, тебе это говорил 5 лет назад. 5 лет назад компьютер был новый. Ну, типа того, наверное, не помню точно. Может быть, не 5, может быть, 7. Ну, говори уже ведь. Ну так. А что-то был новый. Ну, ты, наверное, видеокарту говоришь. Мне, чтобы видеокарту купить, мне нужно монитор покупать. Потому что новые видеокарты ни хрена не поддерживают VGA. А у меня VGA 1280 на 1024 only. Нормально. У меня старый монитор уже с ветром на экране. У него смотришь, на кого-то ветер летит. Сильная вьюга такая. Почему конфетти его не бьет? Там было отравленное конфетти, а здесь обычно. Острая конфетти. Так, надо туториал прочитать, что-то я забыл, как это играть. Это дополнительный уровень, где можно собрать деньги. Он трудный. Так вы, выходит, сейчас поэтому тоже играете ремоуту? Ну да. Да. И как оно играется? Input lag, как в Google стадии. То есть игра играет за тебя, я так понимаю, да? Ну как бы я нажимаю, игра играет уже потом. Не, ну это, я имею в виду, ты там комикс что ли не читал, там где типа мы предусмотрели, что будет нажимать игрок, поэтому задержки практически не чувствуется. А теперь я улетел, блин. Я еще алчно украл все твои деньги. Правильно сделал, деньги-то общие. Майк прыжок. Нормально, вовремя я пришел. Ну давай, иди. А-а-а! Практически без потерь. И как же вы с input lag'ом будете играть в Джеймстаун-то? Так сейчас проверим. Тогда же мы играли нормально. Ну так тогда мы играли не через паршивый я какой-то думал, Steam Remote Play. У лопаты есть коп, не знал, кто это пишет. Почему? Один. А почему один без аватарки? Потому что он один. Так, что-то я не понял. Это не Один. Это не Один, это один. Оп, тут есть, а тут с аватаркой что такое? Странно. Вот его его аватарку добрал пользователь под ником 2. А, все. Так, не поигрались? Как? Ну, там Джеймстаун собрались. Как, блин, надо мне это показывать. Как красным кораблем достать? Что за хрень? Кто теперь будет стримить-то? Значит, Дерфас не стримит, да? Почему Дерфас не стримит-то? Потому что Щепыч стримит. Ух там ты! Открывай, ну, будем оба стримить. Shift-Tab меню и выбирай всех друзей, кого надо пригласить в игру. Там прямо правой кнопкой тыкаешь, там есть пригласить Remote Together. Недругов тоже выбирай. Подожди, я пытаюсь понять, почему я синий игрок. Короче, сейчас ты сойдешь, можешь и зеленым будешь там. Блин, ну что такое? Паршивый Джеймстаун обновили. Небось, у них все из-за красного цвета не работали, они, наверное, вообще убрали красный цвет. Чего нажимать-то? Нажимай Shift-Tab, выбирай друзей, кого надо, нажимаешь правую кнопку по ним, и там выбрать что-то там together. И начинается WSL. Ох ты, чанр, как ты это... Только там управление... Что у нас с голосовой связью? 43 миллисекунды, все нормально вроде. Так, Shift-Tab. Ой, ё-моё, тут ничего не влезает. Вот друзья в сети, Чанард, Алекс Раш. Вот ты тыкай по ним, нажимай право, выбираешь, что-то там тут. Пригласить на трансляцию, пригласить в лобби, пригласить в лобб, пригласить в ремоут плей. Это? Вот туда и приглашай. Ну, ух ты, и чё это значит? Громкость игры.
Я сейчас присоединюсь, ты можешь меня вывалить по громкости. Дерфас. А? А ты видел лучшего момента червей? Да. Я не видел КТР, потому что ты его удалил. Там КТР было 5 секунд, ну господи. Ну и что? Мне же интересно. Так вот, ну, блин. Да, у меня фуллскрин. Алекс, объясни мне, что... Вот мне показывают ремонт... Я так же Каннерда присоединил. Нет, так подожди, мне ремонт... А! У меня уже игра твоя. Алло? Алекс Раш умер. Чан, ты тут? Ну, у меня что-то да. Лайв-бродкастный. Вот Чан, по-моему, не отвечает нам. Так, процент описан, чтобы продолжить, вернитесь в игру. Ух ты, хиш ЦПУ, Юсаш, охренеть. Что-то как-то напрягает меня этот Steam Remote твой. Да, Дерфас, тебе Дискорд умирает. Что? Дискорд умирает, твоя речь стала невнятной. Ну все, значит, что я могу сказать. Remote Play хреновый. Требует крутой комп совсем. Выключай стрим тогда. Мне понравилось, как бы, знаешь, как будто запикали. Ремоут, пауза, уй. Ты выключи стрим тогда, и без него, может быть, лучше. Не, так не пойдет. Давай без стрима сегодня. Ну как это без стрима-то? Сегодня, это, настройки не стрима. Нет, не пойдет без стрима. Только со стримом. Ну, Щепыч, ты знаешь, что делать. Герои третьи? На троих? Ну ты предложу, конечно, я не знаю, что это за игра даже. Может тут, может, какие-то настройки этого ремоута есть, там, я не знаю, ухудшить качество, ну, что-нибудь. Можно. Так где это? Не порть качество, ты чё? Качество это важно. Да. Мы-то можно подождать, когда ты купишь себе комп посильнее. Да, есть настройки еще. Ну тут только включить. Есть настройки клиента, скорость, баланс и красиво. Красиво? Это где ты нашел? Steam настройки? Steam и... Remote Play. Включить Remote, вырезать Steam Link, обязательно устроиться, задать код без расширения настройки источника. Настроить клиент, скорость, баланс, красиво. Ну, скорость, конечно. Так, расширение настройки источника клиента. Источника клиента. Так, может, вам в клиенте надо поставить скорость? Место баланса. Да, я поставил. Только что. Настройки источника. Воспроизводить звук на источнике. Разрешение рабочего стола. Разрешение фольга воспроизводительности. Что написано, если у вас маршрутизатор какой-то современный, то можете включить приоритетность сетевого трафика. Включите аппаратное кодирование. Число потоков программного кодирования. Если у вас новейший или высокотехнический маршрутизатор, то вы можете включить приоритетность сетевого трафика. Мне, кстати, интернет же кабельный, у меня на загрузку плохой-то, плохая скорость, может, тоже влияет. Ограничить, так тебя еще не подключали даже. Ограничить пропускную способность до. Не, про то, что почему у меня плав такой сильный. Ограничить решение до... скорее из-за компьютера, из-за возможности компьютера. Тип динамиков. Ну, уж динамики, наверное, ничего не нет. Оверлей производительности. Чего? Что такое overlay производительности, блин? Ну, тебе, наверное, будет показываться на экране линия, какая у тебя производительность. Включить аппаратное декодирование. Короче, я поставил разрешение 1280-720. Ограничить пропускную способность. Здесь игра Blaze Rush, ну, там на четверых можно играть. Ну, она, правда, по сети тоже есть, но, наверное, можно и так с экрана. Джеймс Таун. Гейнграунд без сохранений. Где? Где-то там. Когда-нибудь. Фантом Брейкер там тоже вроде на четверых. На вроде как... Может, двоих. Изменить разрешение в пользу и в производительности. Включить аппаратное кодирование. Риверсити разница есть тоже на четверых. Ну его можно поиграть и на Донди. По-моему, Риверсити, он у него онлайн, у него режим есть вообще-то. Может быть. Ну кто по онлайну сейчас играет? Сейчас все играют в локалку. Road Redemption там можно на троих играть. Нет, спасибо. Уже поиграли. Ну давай попробуем еще раз. Секрет в гринде.
Уже давным-давно обновлений не было. А еще живо. Год. Наверное. Алекс Раш. Пригласить в ремонт. Духу гринде. Я нажал. Кажется, третий лишний. Подожди ты. Мы тут тестируем этот ваш ремоут плей. И чего? Ты подожди, пока взрослые люди занимаются своими делами. Так а чего, Алекс Раш-то? Загрузка идет. Не знаю чего. То ли Steam, то ли игры. Тут музыка появилась. Угу. О, есть экран. А я есть. Не знаю, чем я буду рулить. Но я вижу мышку, которая движется. Ну я хоть как минимум говорю, видимо, я так понимаю. Да, нормально. Да? Чандр, ты настроил свой ремоут плей в скорость? Я не понимаю, о чем ты говоришь, к сожалению. Настройки Steam открываешь, там есть пункт ремоут плей, и там приоритет на скорость убрать. Приоритет? Всё, у меня картинка пропала. Я просто Shift-Tab нажал. А что у тебя показывает? Ты только игру? Вот этот, титульный экран и мышка. Интересно. Настройки чего-то. А со звуком да, чего? Из них. Только игра слышна или все вместе да. Опять? Так, изменять разрешение в пользу производительности. Включить функцию записи NVFBC на видеокартах NVIDIA. Включить аппаратное кодирование. Число потоков программного кодирования. Ноль. Если у вас новейший или высокотехнологичный маршрутизатор, но это точно не ко мне, потому что мой говно. У тебя вроде... А не этот. Как он называется? Поделитель. Все, сделал. Я не знаю, куда нажимать. Подожди. Там есть какая-то штука, приоритет на скорость, баланс и на картинку. Выбирай на скорость. Да ё-моё! Что, я не могу даже закрывать эти окошки, что ли? Трансляция на AliExpress остановлена. Почему я не могу... Почему вот, если я не буду ограничивать пропускную способность, то падает, увеличивается задержка? Ну, неспроста. У меня-то 150 мегабит в секунду есть, но почему? Чем больше, тем лучше. 57 тоже игра, типа этого. Типа хаоса. Там, по-моему, на двоих только. Так, короче, да, все, все что-то видят? Ай. Зачем такой да. Звук они сделали при соединении? Ай. А что там за звук? А что-то вроде ничего такой... Брр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 рrr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 
Ой. Ну чё, все видны. Если считать, что картинка иногда разрешение теряется, то нормально. Все видны и слышны? Ну, более-менее. Чанов? Ну, слышен-то все, картинка у меня иногда расходится. Да, у меня все шевелится. Шо у тебя все шевелится? Как курсор мыши? Он и должен шевелиться. Давай начинай. Я рулю и мышкой тоже. Не рули мне тут мышкой. Я тебе туториал нажал. Туториал. Чанар, ты умеешь играть в Джеймстаун? Какой-то еврошмап на вид. Блин, а вот здесь они не поменяли главное на синий, он все равно красный. В туториале. Кара. У меня картинка пропала. А теперь? Вернулась. Давай старт нажимай. Что-нибудь. Зачем? А зачем старт? Ему надо Никей нажать. Ищи Никей. Подожди, сейчас я тут. Вот так вам. Раз мышку убрал. Раз геймпад убрал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как все. Плохо. Что плохо? Ты перестал разговаривать и... Я перестал разговаривать. Да, и появилось это окошко с тем, что подождите, идет трансляция. Да. Походу ничего не получится. Ну ты запусти игру, то мы попробуем. Да. Туториал-то он не совсем отображает то, что надо. Там где-то еще выбор игроков был. Давай Gauntlet. Judgment сразу, да?
Ну и что? У вас что-нибудь работает вообще? Нет. Ну, джойстика, по крайней мере, нет. С клавиатуры тоже нет. Чанер, у тебя есть геймпад? Джойстики я вам подключил обратно. Мне тоже не реагирует. Джойстики пробуйте. А вот, я заработал. Одна крестик держать, короче. Мне заработало. А чё, вы все мышь рулите? Красного вообще нету. Красный будет четвертым. Красный умер. Корабли все те же самые, что и в оригинале. Надо, короче, еще, чтобы один жахал прямо, другой бил по бокам, и какой-нибудь третий бил взад. Чанарт уже стратегию придумал-то. И тут какой-то есть, который назад стреляет. Так вон, Гост, по-моему, вот как этот раз. Вот, да. Гост? Вот этот бокам фигачит. Гоуст, дракон. Навамбр, 5-е, 16-19. Дай эх, был бы как вчера. Четыреста лет назад. История, конечно, тут очень, блин, непонятная. Это катастрофа какая-то была, все что-то умерли, остальные все живы остались. Стоят и что-то. Была такая игрушка на Амиге, Банши. В стиле такой тоже шмап, в стиле стимпанка. И там тоже инопланетяне напали на викторианскую Англию, по-моему, что-то типа того было. Ну, сейчас начнется жизнь, да? О, я сру! Вот ты его сделай, чтобы он сверху не стоял. Блин, мы уже проиграли. Да. Ничего было такую стоять. Сложность-то, блин, ну с таким-то лагом играть, как такой шмап. Не, ну у меня нормально, у меня без лага. В принципе, да, терпимо. А! А, я бы держу, чтобы менять направление, а так стреляю куда надо. Понял. Ты что, вы шутите, что ли? Оценят. Да тут сложность просто отскакать, надо среднюю хотя бы выбрать. Чё нажать? Чё вы там нажимаете, не то? Там ожидание. Там овер, чё, всё, молодцы мы. Как лошары. Ставь сложность человеческую. Людскую. Но мне нужно на всех красный пройти. Ты начинай с простого. Там дификулт хотя бы. Нет, не легендари. Ну, пока дификулт, если будет легко, значит будем легендари. Что это было, Чанов? Кнопка есть стрелять, есть альтернативного оружия, есть еще какая-то бомба, по-моему. Какой туториал не захотели читать? Щит активируешь, который, и потом его снимаешь, когда захочешь. Да, а где он? Ну какую кнопку-то? Когда наберешь повозку. Ну, у меня пробило, у вас там было написано. Ты, Чан, этого призрака поставь прямо кверху, чтобы он больше охват брал. Да, я просто забыл, как эта штука делает. А, по. А, Б, по. Ну чё-то как-то скучно стало. Пулик вообще нету. Ну и хорошо, так что мы подожжены. Ай-яй-яй. Если пройдем, значит будет легко. Р что такое? Resurrect. Релив. Чё-то они как-то долго дохнут. А, меня убили. Чё-то он не сразу меняет это направление. Ух ты ж. На какую щит фигачить? На С? На С? Треугольник? На щит? На щит? На щит? На щит? На щит? Ни на какую не делается. На старт, что ли? Что? Какой старт, на? Щит как включать? Или надо заполнить, что ли, сначала? Ну что? У тебя не заполнено, во-первых, да? Да, ну куда помню. Тут Чаннер, да, заполнено. Пока щит так... пока эту фигню активирую, у тебя очки больше набираются. Ау! Сколько денег улетело?
Пока какие-то номинации. А, его убивает призрак? Тоже его не убивали. Кого? Раньше. Я могу его сам убить себе. Нет, ты-то да, враги, по-моему. Ну, не видно, что могут. Все украл. Так, надо найти, как вообще делать. Зубоглаз. А, они сверху летят. Что-то такого я не помню. Год назад играли, что ты помнить можешь, что жишь? Ага, на кружок еще делается. Как сложно. А я щит не включил. Щит он как-то медленно... Блин! А я умер. Ревифал, он там он. Ага. Воу-воу-воу. Ой, что за данмаку? Блин. Она такая есть. Ух. Что у меня два справа сейчас? А, во как щит включается. Ну, вроде прошли. Ты же скипнул историю. Я скипнул историю, я не скипнул историю. Ну что, снова теперь потяжелее или следующий пойдем как-то? Не знаю. Ну, следующий на следующую сложность. Дивайн? Ты через одну хочешь прыгать? Я хочу сразу... Тогда дивайна будет нормал. Я хочу сразу джаджмент. Вон у вас написано. Б. Ваунд, вонд. Точно. У меня это кружок. А у меня Б. У кого кружок, а у кого пробел. А что-то я расстроен в этом гости немного. Ну, вроде ничего такое. Ну, другие попробуй. Хотя давай. В принципе, нормально. Я не вижу ничего лучше. Вот ты другие не пробовал. Остальные могут. Ну, я поиграть по картинке не вижу. Ну, бомбер тоже ничего. Копит этот щит, его можно кидать. Причем он защищает, по-моему, спереди. Ой! Подожди. Сзади прилетело. Что-то урон-то никакой. Ну, меня коротенькая пиписька. А ты выпусти призрак. Во. Или наоборот, его надо держать. Что-то он улетел, мы его даже убить не успели. О, вернулся. Или другой уже. Это его бро. Вау! К этому я ну, не был понять, готов. Где у меня центр, который надо спасать. Спасай свой центр. Чё-то как-то... Джаджмент уже того. Или где мы там? Легендари. Ай! Легендари. Как так? Вот так вот. Ну это тебе на легендари, на жужменте проходить. Ага, я не проходил. Я только первый уровень проходил на жужменте. Псих. А, процессор напрягается. Главное, чтобы не сгорел. Ха-ха, это такой побочный эффект ремоут-плея, да? Ну чё вы не убиваете-то этих взрывающихся растений? Чан, твой призрак отвлекает вообще. Отвлекашки! А, у меня не сработало. Пробило. Можешь воскрешалку взять, пока она не исчезла. А! Да, я был слишком занят этим ублюдочком. Что это за пульсации?
Гроза, наверное. Нет, я про зеленые. И не про себя. Ай. Я даже не видел, чего я умер. Они же стреляют, эти грибы, их надо убивать. Хотя я вообще этих пуль не видел даже. Я тебе предал жизнь. Так где я, блин, эти пульки? Предатель жизни. Возьми единичку. Ладно. Я не прилетел к ним. Ой-о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 й-
ладно. Пролетели уже. А у меня игра встала. У тебя жизнь кончилась. У тебя прям совсем? А, о, вернулась. Блять, дышать там уже? А я не успел. Нормас, это уже. Ща, похоже на это. Момент, мне нужно отключить тут лишние вещи. Опять не хоть сколько ни момента. Так. Это да. Еще надо. Вырубай торренты. Ще почему добавить звука. Да торрентов не включено. Пень тебе! Нет, тем более. Тогда 14-ю финалку вырубай. Тоже. Так, блин, а почему тебе даже не помогает? Они там крафтят что-нибудь того все. Крипто-топоры. По-моему, другой какой-то уровень. Ты идите хватить. Ох ты, какие вы стрелки. А скорость движения здесь нельзя установить? Менять. Чё её менять-то? Быстрее, медленнее двигаться. Даже быстрее-то. Классических шмапов такого барахла не было. Как-то я во все шнады не на сеге играл, везде было. Ва, блин, окружили. И ты стал окружной прокурор. Интересно, насколько маленький шарик у меня сильно слабее. Обычной пульки. Может, он как-то... Да идите, хватит. Да взорвите вы уже наконец его, хоть раз. Он слишком. Он слишком жесткий. Что ты видишь за своим этим шаром? Я на него не смотрю, я наверх смотрю. Блин, все плохо, все плохо. Все хорошо. Ай, не так плохо. А, это убежище дают за шестеренки, собственно, за врагов. Сделал Щепыча погромче, теперь он орёт. Щепыч, зачем ты так делаешь? Чтобы было веселее. И не поспорить ведь. Блять, куда я полетел? А, я не вижу себя. Я ненавижу большой, круглый себя. Большой, круглый, жёлтый. Просто играть надо на себя смотреть, чтобы эти пульки пролетать мимо. Но при этом ты не видишь, куда стреляешь. Зачем тебе видеть, куда стреляешь? Боковым зрением. У шмаперов развито боковое зрение. Ты должен одним глазом смотреть на себя, а вторым, куда стреляешь. А это. Зеленый дождь. А я зачем еще собрал? И умер. О, я не увидел этих правожопых. Ну умри ты, блин.
Чем больше игроков, тем больше жизни у них, блин. Ну, явно не у игроков. Да, блин. Ну, как сказать, смотри, как бы, если мы... Но как мы... бы, континуум-то не тратится, пока мы все живы. Эй! Меня пока сработал. Хоть кто-то один жив, все остальные могут реселектиться. То есть у нас тоже больше жизни, по сути. Да. Черт, действительно. Нет, бомбер какой-то говно, по-моему. Ну, что-то какие-то у тебя там, да, есть. Он слишком слабый и медленный. Маленькие пульки какие-то кидаешь там. Нет, этот шарт, он сильный, но он хрен зарядится, он очень медленный. Ты, блин, увернулся от 100 пулек и попал под одну. Так ты щит используй. Вот я что-то я пропускаю, когда он заряжен. Он все время заряжен практически. Там у тебя пишут ваульт. Ну, какой злобоглаз. Опять у тебя все злобоглазы. Там же все боссы такие. Уберите эти зеленые хрени по бокам сначала. Они не мешают. Кому как? Дайте чего-нибудь-то. Ну зато успешал. Ну вот! Вот где этот щит дурацкий? Есть. Чему он разряжен был? Или я с оружием трачу его? Нет, не можешь тратить. Нет, ты шестеренки собираешь, он выполняется. А без этого его нету. Это гайки. Ну там шестеренки тоже есть, хорошо. Вау. Опять этот гоуст тут своими пульками все мешается. Зачем нормально, ты в нас стреляешь? Покрытие большое дает. Ну он ушел от меня, блин. Причем он стреляет сквозь объект, как я понял. А как быстро? Ого. На последний глаз. Он нас блюет глазом. Он умер или еще не совсем? После боя мне дали использовать щит. Музыка такая с запозданием там у тебя играет. Мне вообще все остановилось. О, сюжет пошел внезапно. Hold and skip. Ну что, теперь уже дальше. Этот Gauntlet или кто там? Judgment. Judgment. Давай попробуем. Divine. Не, мы сейчас вроде на Divine были, или нет? Нет, мы Legendary были. Понял. Скилл-то уже накопили. Я сомневаюсь. А чё за бонус ливел там был такой? Их надо пройти, у меня они не пройдены нифига. Типа они ещё более сложные? Там типа... А, это ж не бомбер, понятно. Мини-задачки. Мы ж прошли с тобой одну. Я не помню. Пленник плохих земель. О, этого пулька ещё круче. А, ну они взрываются. Да и чего мы перестанем стрелять-то? Не, ну это, по-моему, вообще плохо. Уёбка. Может, они, конечно, мощные очень. Тащи, кто там есть. Я себя не вижу. Что там налетает такое, все летает. Ох-ох-ох! И бубы этого-то нету. Потому что оставили их живых слишком долго. Их надо взрывать заранее. Эти бочоночки. О-о-о. Дивайн, блин. Диван! Блин. Диванный ремоут плей. Ау! Пять ау. Ну, либо у меня бомбы сильные, либо мы их просто втроем разбираем. На шестеренки.
Лекич. Стирайте эти хрени быстрее. Какая жопа. Что, ты жив? Был. Ну, то есть я не могу увернуться уже. Экран не должен дергаться, когда данмаг уйдет. Бомбер говно. Триллер вообще никто не пробовал. Короче, бомбер говно. Берите все бимы и все. Он возможно, что сильный, но не факт. Когда будем бомбермена играть? Нифига у меня. У нас еще куча непройденных бомберменов. Да. Там да. Есть бомбермен Hero, который RPG. Там помимо Hero еще куча всего. А, их заряжаешь, отпускаешь. На DS-ке был бомбермен Party Game. Ну как мы на DS-ке-то будем играть? Вот, а это проблема. Мне поддерживают какие-то DS. Можно, блин, сходку сделать и пройти настоящие DS-ки. Да. СХО онлайн. Real Life DS-ки на топ у тебя есть. Ну что ж, опять. Вот у меня сейчас вроде более-менее, у него, правда, суперудар говно, но хотя бы атака. А у меня такое себе оружие, но суперудар просто бомба. Никто не с одного раза выносит. Кого? Этих больших пацанов. Только проблема в том, что близко он не работает вообще. Ай, я завис! О, блин. Прям совсем? Все, отвис. Что ж такое у тебя? И я мертв. Блин, и весь разряженный. Ай, блин, я эти пушки даже не увидел. Куда я целюсь, блин? Блин! Ой, да. Я думал, это графика. И, блин, где у меня центр-то вообще? Хрен различишь. Там мужик, он больше, чем отлетающий. Наверное, в центре? По-любому. А! Я сейчас умру прям вот сейчас вот прям сразу. Бочка, вторая, третья. Рано. Я. Дичич. Типа там надо выбирать, куда стрелять. Вау! Я умер немножко. И где я вообще? По одной-то проще стрелять, чем сразу перекатить. Взорвите в эту зеленую-то. Я взорвался, можно взять воскрешалку. Так куда деваться-то отсюда? Что-то еще пошло. Ну мы вроде даже не дно. В этот раз даже 4 звезды. 5? 5 это потом. Ну по факту это 5. Mad Max. Короче, Тризен тоже говно. Новый Мадрид.
Ты, блин, вверх стреляй. Управлять эту штуку очень трудно. Ой, что это я? Ну, куда он? А, там что-то было. Ать. Да как ты? Что такое? Чё, тебя убили? Ну. Я не успел. Чё-то там такое вообще невидимое меня убило. Это, наверное, я. Ай-я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 й взял. Вот поздно уже. Да прямо, блин, стреляет. Ух. Ай, и взял, умер. Чё-то как-то на Legendary слишком легко, а на диване слишком сложно. Как на настоящем диване. Я туда не долезу. Ой, здрасте. Коня уж стреляешь. Еще левее. О, блин. Ой, я туда не могу попасть, блин. Проблема. Левее. Прямо вверх. А, и поэтому еще пока рано, по красным шишкам. Чувак. Я был уверен в своем щите. А зря. Ах ты ж. Блин, это меня не поможет, я сейчас ума нет, я жив. Тащи. Я как не умер, ты еще до сих пор. Вон воскрешалка была. Все, что ли? Значит, он не кончился. Какие все страшные картинки. Джаджмент. Попробуй. Мы так-то не пройдем. Помнишь, сколько раз мы пробовали? Рандом? Да. Кто знает, они все хороши. Чтобы не мучиться, не выбирать. Че у меня? Ух ты. А, это призрак. Эч. А, я вообще его не видал. Да. А, тут эти штуки. А, у меня он рандом с каждой смертью, что ли, еще? Ух ты, ё. А, как же. А, это я. Ух, как все плохо. Ух, как все плохо.
Я умер. Да, спасибо. Да как я вообще себя не видел даже? Ай. Как все плохо. То есть здесь просто лететь в центре. Блин. Штука. Как его? Ах, мне придавило в итоге. А, тут что-то препятствие какое-то. Кубиков, блин, отличное место меня воскресили. А я умираю, я умираю. Все умирают. Помнишь, Дарфас, как мы и Коругу проходили? Так мы ж не прошли. Я говорю, проходили. Мы ходили-ходили вокруг нее. Плохо проходили. Да, не про, просто ходили. Мы не про. Блин, эти серьезные щи музыки просто меня напрягают. Ну, она вроде ничего такая музыка-то. Ну, щи очень серьезные. Эпично все. Я бы сказал, патетично. Конкистадор. Так вроде еще один уровень будет. Нет, все, это последний. Там уже гаунтлет какой-то. Гаунтлет — это все подряд на одном континууме. Ага. Ну как на одном? На нескольких, но... Я не доехал. Подряд. Ты можешь взять это? Не хочу! Я шетт. Шетт? Да! Как только он сейчас стреляет, все. А то ж. Надо не давать стрелять. Где я? А, я мертв. Вернись. Чё, где я? Вернись. Вот и все. Что-то взорвалось. Ну-ка, Сефирот там был. Ну, вроде не все. А, так они разряжаются. А! Ау. Да блин. Да блин. Блин. Пытаюсь взять, но не берется. Эх, жаль, меня воскресили. А где я-то вообще? Тащите или берите. Я взял героически. Бра-бра-бра.
Сраная хрень. Пресс-ваульт, было сказано. Я не могу даже оттуда выбраться! Все умерли. Но ты еще жив, сможешь его. О. Еще одна можно взять, пока не поздно. А ладно, уже не надо. Я вообще себя не вижу. Не надо. Ты главное его бить. Все. Ну, походу дело, этот бомбер все-таки сильный. Счет как-то легко мы прошли с первого раза. Да. Давай другую игру. Это было слишком простой. Эпилог еще какой-то. Или это сюжет. А то уж. Ну так в чем разница от оригинала? Только баги поправили и все. Так блин, это ж не плюс, это просто то же самое, только. Ну а плюс, чем лучше. Там что-то новое. Ну вот челленджи, которые мне нужно пройти теперь втроем. По традиции. Ну попробуем. Где Чанард? Или можно другую игру. Какую другую? Вы не во что. Уже все на сегодня. Вы ни во что играть не хотите. Еще рано вроде. Выжить надо, да? Там какие-то хопперы нас убивают. Хоп-хоп. А, я не выжил. А воскрешалок, наверное, нет. Ай, ну, тащи так. Еще 23 секунды. Как-то надо это в середине поставить. На. Да блин, как это убежать вообще? Вот и прошли. Суцесс. Ну, за первый раз еще и 20-кратное очко. Интересно, оно засчитывает предыдущие все, типа за двоих сразу? Наверное. Да вряд ли. Всего лишь. А, нифига себе. Легкотня. Ага, фиг, не дали. Видимо, надо собирать эти штучки. Музыка по инструменталу напоминает как раз-таки финалку тактическую. Такая же оркестровая. Да прямо, блин, стреляю.
Чёрт, нифига. Ну да. Надо было, наверное, супер удар эти. Файлюр. Уничтожь, говорит, Энджин Кар, он последний. Еще что-то там. Энджин это, наверное, как раз красная хреновина. Нет, это, по-моему, голова. По-моему, так наоборот. Да идти, идти. Ну все уже. Теперь. I'm this. По-моему, еще хуже. В пять раз. Чан молчит. Надо вторую же подсказку прочитать. Каждый игрок, кто что-то там побеждает, удваиваются очки, говорят, когда используют. Ваунт используете. Да. Надо определить, где у тележек есть голова, которая... Та, которая вот сейчас наверху едет. Потому что когда ее уничтожаешь, уничтожается вся тележка. То есть сначала уничтожали все вагоны, а потом ее уничтожаешь, чтобы больше очков набрать. Да, стреляет автоматически. Я даже не могу ее отпустить. Вообще я умер. А я ваунт не активировал, по-моему. Я его и не умер. Алекс Раш и другие. Называется. Ремоут плей. Окно. А, да, тележки шпас. Вам очков ровно столько же дается. Арена. Так надо множители фигачить. Ну, что да. Ж ты не фигачишь, множители? А, я умер. Плохо. Я тоже. Э? А, тут нет рестарта. А, есть стартовер. Подожди, я, может, выиграл. 600 тысяч очков сейчас бы набрал за 2 секунды. У меня ваунт был долго держался. Я умер. Плохо. Да как мы первый раз так хорошо сыграли, да? 500 тысяч там было. Сейчас, почему мы не можем пройти это? Потому что мы ниш-мапперы. Как так? Ой, дома можно взрывать, оказывается. Мы так почему, все почему об этом в подсказке не сказано? Может, за них очки не дают. Да фига, там, чего? Там вылетела гайка из него. Из самого первого. Подсказки, я говорю. Вау-вау! Да. Разогнались. Хуже некуда. Давайте пройдем на 0 очков. То есть вообще ничего не убивая, да? Такой челлендж. No bullet. Мод. Да. Нет, мы не играем в пацифист мод. Дом пропустил. Вот дом. 1500 очков, между прочим, за дом. Ну, все вот там. 300 домов надо уничтожить. А за пульки много дают сбитые? Да, в этом прилично. Щитом. Ну, когда ты врубаешь щит прямо вот в потоки пуль. Не знаю. Там вроде прям наливают неплохо очков. Есть 70. Вон там еще дома, между прочим. Эх.
Да ладно тебе. Ну да ладно тебе. Точно тележки потом. Не сначала. А, типа они взрываются, потом еще 400 стоит. А не всего. Мне кажется, шестеренки должен собирать только один игрок, у которого баунд, а все остальные должны просто расхерачить все. Так а там очки дают только когда уже собрал, что ли, щит? Когда он закончился. Так что давайте, кто-нибудь там щитуйте. Я за переначить все. Кто там шуршкает? Я микрофон пытаюсь. Да. И я умер. Чанар улетел куда-то. Я жду, пока кто-нибудь будет играть. Кто-то же там ваунтить собрался. Ты? Я ваунтить? Да. У меня нет оружия ближнего боя. У меня тоже? Мои бочки, они пролетают. Давайте я буду ваунтить. Шот не собираешь. Да, я увлекся. Закровожадничал. Вон там еще дома. Что-то не очень. Как-то странно. Чё-то не то мы делаем, по-моему, с первой подсказкой. Я вместо шестеренки взял пулю. Сколько очков дали? От очко. Да ладно тебе. Я столько звуков Дерфаса наслушался в червях. В семи. Давайте River City Ransom тогда играть. Там она долгая, большая. Ну чё опять убили Engine Car? Очень быстро. Может, умирает. Давайте уже да, пройдем Final Fantasy 8 по боям. Опять Engine Carl умер. Опять. Уж у него жизни очень мало. Ты не стреляй в него. Нас тут особо никто не убивает же все равно. Умираем уже почему-то. Вот так вот. Фаилюр. Просто надо, наверное, эту штуку сразу же включать, как она накопится. Давайте будем считать, что прошли за первую попытку. Опять. Да, блин. Ну, активируй. Опять не то сделали. И снова не то сделали. Мы теперь умерли. Ну и где эта голова? Она, а вот она вернулась. Может, не она. Ну, что-то не очень. Давайте кто-нибудь один просто будет играть. Все остальные разъедутся. По домам. Так она уехала и чего?
блин. Я убираю. Чего он тащи? У нас ученые очки не отнимают за смерти. Не знаю. Что-то совсем мало. Скоро в минус уйдем. Давайте играть в эту. Как она? Unepic. Там что-то крутое. Про ДНД. Судя по названию, как раз таки не крутое. Попробуем. Не эпичное. Назвал бы, да, Uncool. Там зато с юмором, наверное. Наверное. Ай! А, да, по 1000 дают сразу. Если все сломать, если не все, то по соточке. Дома. Что-то все равно далековато. Дерфас. Хватит полоскать голову в эфире. Короче, как вагон выезжает. Перестаем стрелять. Я умер. Ай, я потерял свою. Вагон уехал. Свою батарейку. Хреново из нас. Очка накопили. Очка копа. Очка кососы. Да нет, за гайки прилично дают, лучше собирать. Ой. За гайки прилично дают, за гайки только и дают. Ну, 171 тысяча. Да. Прохождение на Ютубе пора смотреть. Там типа покажешь, надо щит включать, вагон ломать. Да как так? Ну, Дерфас. Что-то недолгие загрузки. Потому что в игре много напряжения. Как в Ведьмаке. Ай. Это тележка там. Опять неправильно. Почему она уже была убита? Нет, там, а там еще одна. Нахрень осталась, стой! Ай, не надо его убивать. Живи, тележка! Engine! Engine! Нет. Не тащим мы такое. It's надо? Not hostile. Что-то мы не то делаем, потому что, как минимум, убиваем тележку неправильно. Закажется, что за первую тележку дают больше всего очков, а мы ее все время неправильно убиваем. Вот туда. Стой! Теперь можно. Стой! Влетел. Ну и чё у вас у всех вонт активен? Точнее, не активен. Вот, уже 230. Прогресс на 50 тысяч. Первый раз это было 500. Вспоминайте, что делали в первый раз-то? Ничего.
Все крушили. Гнили. Да, мы опять тебе первую тележку сломали. Это у нас сигнал пропал, или у меня пропал. Чини сигнал. Там тележка одна была. Ну, во всяком случае. 300. Надо, короче, сразу как накапливается вольт, его сразу включать, независимо от пулик. А там уже что накопится. Сейчас тележка в середине. Вот. Когда кнопку отпускаешь, пульки все равно продолжают лететь. Ну это классика еврошмапов почему-то, они любят это делать. Европейцы. Ой, вот теперь бей. Стой! Он нагрелся. О, 400 там аж. Стой! Ну что такое? Я не контролируемый бабах, он пролетает немного. Там слева дом еще был. Нам он не поможет. 400. Мы почти уже приблизились к первой попытке. Дом слева, дом справа. Вагон спереди. Давайте, вот я убиваю, а вы потом те. Я умираю. Почти. Ай, не надо умирать. Не успел. Успел. Дерфас. Что? Звуки. Звуки? А что тебе не нравится в звуках? Профессиональная озвучка. Все, опять это. Ну, а куда его запороли вагон. Вагон вилс. Он дает эту пупырку. Стой! Я умер. Ну, все уже. По 200 всего лишь. Да. Даже одной. Недостаточно. Умри, домик уже. Вон, запарывая 3 паровоза, мы уже по 300 собираем. Если все ровно сделать, то это все хорошо. Смысл включить убежище тогда, когда у тебя паровозик уже надо уничтожать. Вот теперь низ убивайте. Ну, ехал. Надо, чтобы кто-нибудь стоял над ним. Внизу. Над душой. Нет, до сих пор не заряжено. Хрень. Стой, вот теперь можно. Стой! Теперь можно. Стой! Точно, точно. Теперь можно. Но этого недостаточно. Даже очень близко недостаточно, я бы сказал. Я не буду комментировать звуки. Как он умер вообще? Меня никто не стрелял даже. Он с остроху помер. Инфаркт получил. Я умер. Молодец. Ревенч. Это не давайте просто. Попробуем анэпик.
Правда, может быть онлайновый только, но все же. Так это же хорошо. Ну да, для этого наш фон у вас был, а тут-то не надо. Ты эти, блин, хрени, конечно. Мешаются очень. Да, ё-моё. Что-то как-то все плохо. Да. Да. Все очень плохо. Представьте, что вы прыгаете 1000 раз через скакалку Final Fantasy 9. Мне даже представлять не надо. Не успел. Ну ты фиг там, я стрелял, он все равно укатился. Ну, он у меня щит исключил. А, я так близко. Ран. А, там бабайка была. Она всегда там есть. Ну что так? Стреляйте разумней. Это ж мап, какой здесь рафик разум? Вот, требует. Рафик же, рафик. 110 тысяч. Трейн и ярд. Зараза. Да нифига его не убьешь, его надо сразу убивать. Блин. Ты прямо стреляй. Там уехал Праус, по-моему. Может мне кораблик сменить? Мой не подход для этой игры. Для этого. Для этой миссии. Он слишком много взрывов делает. Он делает нелогичный взрыв. Вот. Все правильно. Там он даже чепочки пишет, где твой хитбокс там находится. Точно. Везде в одном и том же месте. Да, да. Ничего нового. Да бери ты уже бим и все. Ну, говно, это бомбер. Чип, да не бомбер, а бим. Бим-бим. Бим-бим-бим? Хочешь? Я хочу пройти на следующий уровень уже. А, прикольно. Да что ж такое? О, по 40 тысяч. Стоит, и он сейчас умрет. Значит, до сих пор не накопился твоульт. Вата-вата? Су-субака. Вата-вата. Су-субака. Пора Incredible Crisis перепроходить, да? Черт! Надо его до красноты довести, пока он выезжает, убить те, а потом добить одного выстрела. Тебе не кажется, что это слишком это профессиональный маневр? Нет, не кажется. Это как раз то, что надо сделать. Стой. Там две аж тележки. А, я... или нет? Или нет? Нет, это огонь-то он тратится, что ли? Да, все просчиты вспоминают уже, когда уже все кончились тележки. Мне его только выдают к концу. Все берут мою эту восстановилку жизни. Хрен тут определишь, ой, когда... Ой, что-то он взорвался. Раньше там вообще не взрывался. Да, это хоть сколько тачков.
Надо гайки не пропускать, они хороши. Ай! Ну, я его взорву. Да. Да ну, плохая игра, давайте другую игру играть. Слабаки. Еще не знаю, чем она вас понравилась. Слабаки. Какие у тебя еще дерф-игры есть на четверых? Трансляция дерф-игры. На Чанарт остановлена. Дерф-гейм. Чанарт ушел. Он обиделся. А я вообще не могу уйти. Я даже шифт-тап не могу нажать. А я нажал Alt F4. По-моему, так и выходит из этого. Alt F4? Alt Enter. Alt Enter. Ну, я предлагаю на сегодня все. Прям вот так вот. Ну, думаешь, ну давай. Мы уже долго насидели. Я тогда обедать пойду. Обедать в 8 часов? Ну, примерно. Вот мы так сложно живем. Я прихожу домой в полночь, Щепыч обедает в 8. Товер 57, Трайн 2-3-1. Унэпик. У меня есть Вормс ВМД, между прочим. Там, я как понимаю, как раз таки есть локальная игра. Unreal Tournament. Он бесплатный, да. Ну ладно, пойду я обедать. Давай, случае. Пока. Пока.